и слом могут увеличить нагрузку на нашу сливающую систему. И за счет этого она рухнет быстрее. Обама и кризис могут ускорить обрушение и грозят его ускорить, что, мне кажется, уже для всех очевидно. Но источник тления ультрапотребитель – Буратино конца истории. Брежнев не помешал отстругивать Буратино. Горбачев призвал Буратино под знамена перестройки и дал ему разрушить страну. Ельцин ревностно достругивал Буратино, служа его взрослеющему и алчущему нутру. Путин попытался соединить Буратино и патриотизм по принципу «и». Новый тип вызовов и угроз подводить черту под этим экспериментом, который, по элику, хоть как-то был реабилитирован какой-то патриотизм, я не намерен демонизировать. Но путинское и очевидным образом в прошлом. Вскоре те, кто будет сносить и Путина, и Медведева, они на подходе, провозгласят «Долой патриотизм!» «Да здравствует освобожденный от его цепи Буратино!» А мы? Бороться с властью под знаменем освобожденного Буратино, а знамя, вот увидите, будет таким и только таким, аморально и контрпродуктивно. Фрустрированный кризисом Буратино сожрет и власть, и страну. Альтернатива этому только в одном. В стратегическом отказе от Буратино. Этот отказ предполагает прекращение буратинизации, масштабную реабилитацию наших буратинизированных сограждан, а также, и это главное, поиск необструганного человеческого материала, способного к развитию и обладающего ценностями, несовместимыми с потерей суверенитета. Этот материал есть. Он накапливается в российских катакомбах, не принявших чечевичной похлебки. Помочь накоплению и перейти от накопления к структуризации – вот все, что можно и должно делать. Часть 5. Исаф Иаков. Глава 14.